Мне нужно было к маяку. Я знал, что там меня ждет что-то важное. Ты даже не узнаешь меня, а, писатель? Ты богом себя возомнил? Думаешь, можешь писать все, что в голову взбредет? Играешь с людскими жизнями и убиваешь, когда якобы надо добавить... Твой срок вышел! Черт. Тебе меня не остановить! Я понял, что автостопщик — персонаж книги, над которой я работал. Каково это — помирать от рук собственного творения? Я в ловушке. Выхода не было. Умри, 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 умри. Был смертельной ловушкой. Нужно выбираться. Иди на свет. Выйти на свет. Там ты в безопасности. Прекрасно. У меня важное сообщение для тебя. Оно звучит так. И не понять умом, что за гранью озера, где его был дом, лежал глубокий темный изумрудный свет, где волны хоть и дикие, но далеки от бед. В портах его бывал мой след. В портах его бывал мой след. Ты понимаешь? Нет. Иди на мой свет. Я проник в твой сон, чтобы научить тебя. Тьма опасна. Сейчас она спит, но я почувствовал тебя.